Добрый всем день. Infiniti FX35 2005 года выпуска. Такая беда. Короче, случилось. Перестали работать омыватели. Моторчики омывателей. Вот. Это самое. Пошел узнать, где купить новые. Короче, новые по 30 баксов. Аналогичные по 2 доллара. Решил по 2 доллара. Вон там контактная группа другая. Просто тупо перепаял проводки. Припаял проводки к контактам и припаял проводки к проводам и заизолировался. Пока нашел. Здесь, короче, надо, чтобы до них долезть, надо снять этот подкрылок. Вот здесь вот кусочек подкрылка. Вот он идет, крепление. Вот здесь шпоночки такие, шплинтики. Короче, снимается вот эта кака. И вот они. Они просто вытягиваются из резинок. Просто их надо вытянуть на себя из резинок. Они плотно сюда в резинки такие вставляются. Вот туда как бы просто засовываются тупо на резинке. Вот, вставляете разъемчики, шланги. Один передний, один задний. Вот. У меня навернулись сразу оба. Контактная группа другая была. Я перепаял просто провода. Плюс к плюсу, минус к минусу. Там видно, розовые это плюсы, эти минусы. Ну, там надо просто подобрать на аккумуляторе, попробовать. Вот. Но вторая беда. Видать, когда старые моторчики были, сгорел предохранитель. Я весь интернет перешерстил, где предохранитель. Оказалось, предохранителей вот здесь. Вот. Надо снять батарею, потом вот эту крышку. Она на вот таких вот, вот этих вот защелочках. Защелочки снимаются, вытаскивается вот эта вот внутренняя часть. Вот видите, внутренняя. А потом защелка вытягивается. Не надо вот за вот это вот так вот тягать. Надо вот эту внутреннюю часть вот так вот чуть-чуть, короче, вытащить. И потом эта защелка снимается. Иначе вы ее сломаете. Вот. Ну, нашел одну предохранитель. Вторую нашел. А третью, эту не видно. Вот эта штука закрывает ее. Ну, она вот так становится, эта панелька. Она ее закрывает. Короче, что делать? Потом в интернете увидел, что вот эту надо снимать. Она просто вытягивается вверх. И там вот здесь вот идут предохранители. И вот он у меня получается. Вот четвертый сверху был. Вот здесь по-разному везде пишут. Кто Washer Windows VV. А у меня было вот такое. Washer. Вот четвертый вашер и какие-то буквы. Ну, короче, я подумал, что может быть еще в машине вашер, блядь, ну, мойка. Ну, только мойка стекла. И вот вытащил, и как раз он был перегоревший. Поставил соседний, все заработало. Все ништяк. Ну, умные люди говорят, что на него надо ставить просто мощнее предохранитель. Не 10 амперный, а 15. И все будет ништяк. Я тоже думаю, что это ничего страшного. Это пару ампер. Поставлю 15 амперный. И все. Вот, чтобы все знали. Вот такая вот беда. Все, всем спасибо.